Привет всем, с вами снова Мэфик. В этом видео я хочу рассказать про очень полезную штуковину, которую я заказал на eBay. Это ретривер с магнитной защелкой. То есть вот так вот он выглядит. На странице продавца есть варианты использования, например, за ручку подсадчика. Именно этот я выбрал по трем причинам. Первое – это форма крепления магнитной защелки к заводному кольцу. Второе – это карабин. И третье – это бесплатная доставка с номером отправления. Вскрываем посылку. Упаковано все достаточно хорошо. Даже, мне кажется, чересчур хорошо. Я заказал два ретривера. Один я буду использовать с подсадчиком, другой для липгриппа. Оба упакованы индивидуально. Пришло все в целости и сохранности. Сам ретривер – это пластиковая пружинка. На концах имеются обычные карабины. Плюс в комплекте идет вполне себе неплохой пластиковый S-образный карабинчик. Ну и, конечно, магнитная защелка. Магнит достаточно мощный. Я измерил тест на разрыв. У меня получилось 2,7 килограмма. Это достаточно прилично. Сам ретрактор выдерживает на разрыв до 12 либра. Это примерно 5,4 килограмма. Длиной ретрактор 35 сантиметров. В растянутом виде до 2,5 метров. У меня есть деревянный подсадчик, который я с успехом использую. Есть видео на моем канале о том, где я его заказывал. Более подробный обзор. Так что, если хотите, посмотрите. Так вот, ретривер я хочу прикрутить к этому подсадчику. Причем прикрутить хочу не к ручке, как обычно, а в верхней его части. Цеплять подсадчик за ручку на пояс – это не очень удобно, потому что когда стоишь на струе, сетка сеткой, а парусность он имеет. Поэтому постоянно болтающаяся штуковина возле ног – это не очень удобно. Так вот, как я хочу его укрепить, вы увидите дальше. А сейчас я покажу, как я прикрепил часть магнитной застежки. Итак, вот верхняя часть подсадчика. Вот здесь вот я просверлю отверстие диаметром 8. Сниму с магнитной защелки заводное кольцо и просто вставлю защелку в это отверстие. Дальше я просверлю тонкое отверстие миллиметра полтора перпендикулярно основному. И в него вставлю какой-нибудь штифт. Таким образом закреплю защелку на подсадчике. Вот штифт уже вставлен. Держится он очень туго, вряд ли выйдет сам. Но если я замечу какие-нибудь подвижки его, то я заменю его на винт. А теперь я хочу рассказать, как же я все-таки буду крепить его на себя во время рыбалки. Итак, я одел свою рыбацкую разгрузку. Значит, сзади к петельке я прицепил обратную часть магнитной защелки. Значит, ретрактор я цепляю, допустим, вот сюда на ремень. Да, и вот он у меня, то есть, я его раз. И второе применение ретрактору – это липгрипп. То есть также я его, опа, там что-то сделал, что нужно, раз его сюда. Самое интересное, что даже не нужно смотреть сюда. То есть примерно. Магниты сами встречаются. Очень удобно. В этом видео я рассказал про ретрактор с магнитной защелкой. Переделал свой подсадчик. И второй, значит, ретрактор использовал для липгриппа. Ссылки на магазин производителя я оставлю под видео. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, пишите что-нибудь в комментариях, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!